Теперь книги были раскрыты везде. Книги Бога и Анса были раскрыты, начиная от начала, от творения. Везде по всему земному шару, везде, где Бог создал планеты, и везде на небе, по всему царству были открыты книги Бога и Анса. И они крутятся, и все время крутятся, миллион лет. По кругу крутится, миллион лет. По кругу крутится, миллион книг, миллион книг Бога и Анса. Каждую секунду. И там слова, все живые Бога говорят. И так будет всегда. И Анса слова сразу же говорят. И так будет всегда. Всегда закон на миллион лет. Закон. Книги всегда крутятся на миллион лет. Эти книги живые, и слова живые, и они все говорят. Бога слова, миллион книги, и Анса книги говорят. Говорят по всему земному шару, каждую секунду, миллион лет. Также везде, где Бог создал планеты, везде по всем царствам, на небе и на земле. Эти книги живые, крутятся везде по всему земному шару, каждый миллиметр. Говорят. Божьи слова и Анса, все слова говорят, победа совершилась. Бог и Агнец победили всех змеев. Это закон, везде написан. И книги крутятся, и все время напоминают. Возле престола Божия, возле престола Анса, везде. И созданы планеты везде, по всему земному шару. Это закон на миллион лет, 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 на миллион лет. Везде всегда так будет, всегда. Всегда закон. Аминь.